Еще раз всем привет, хочу показать вот лужа в Карпатах, мы возле Воровки. Сколько водится в одной луже, искусственно созданной, да, понятно, что людьми, вот, но все же. В общем, мы сейчас подошли, и вот смотрите, это только то, что получилось поймать, это значит краснокнижный вид, это кумка краснобрюхая, тритон, и вот маленькая серая жаба. При этом еще травяная жаба была, и саламандры здесь тоже размножаются. Вот, сейчас их будем отпускать в эту же лужу. И к чему я вообще это веду? То, что вот эти вот джипы, квадроциклы ездят, каждый раз давят это все. И сколько, вот сколько видов только сейчас? Раз, два, три, четыре, пять. Пять видов только вот сейчас было замечено в одной луже. Вот, будем отпускать их. Вот эта жаба краснобрюха. Это вот маленькая, это ребенок серой жабы. Ну вот, тоже пусть плавает. И тритон. Самка, скорее всего. Вот, их тоже. Это все в одной луже. И когда джип проезжает ли квадроцикл, понятно, что и головастики все их, и они давятся, и все эти виды как бы немножко страдают. Хотя, понятно, можно прицепиться, что это тот же джип и сделал эту лужу. Но такие же лужи всегда где-то на обвалах попадались. То есть мы создаем эти лужи сами, они там водятся, а потом их сами уничтожаем. Но, в принципе, они здесь, их достаточно. Есть труднодоступные места. Вот, то я думаю, им еще долго тут процветать. Но, чтобы знали, что в лишний раз лучше лужу как-то объехать. Вот, и все, в принципе.